Друзья, всем привет! Как очистить память на телефоне, ничего с него не удаляя? К сожалению, Android смартфоны устроены так, это и айфонов, кстати, касается, что, вот, например, мы зайдем в YouTube. Так, у меня интернет выключен, сейчас включу. Смотрите, просто пример YouTube. Я захожу в него, вы тоже, да, каждый день вы заходите в YouTube. И вот вы зашли, Такие, так, полистали, какое посмотреть не видео. Например, вы что-то посмотрели или просто вот вышли и такие, а, не буду ничего смотреть. Вот, ребята, все видеоролики, которые вы только что листали, вот эти вот, вот эти все картинки, они сохраняются автоматически в память вашего телефона. Вы представляете? Это просто, ну, просто ума непостижимо вообще. Ну, это, это очень глупо, но, к сожалению, от этого не избавиться. Поэтому очищать память, причем довольно-таки внушительных размеров. Можно, действительно, ничего не удаляя, а лишь просто делая чистку кэша. В неделе один раз я советую это делать. Займет у вас буквально секунд 30. Зато очень много памяти будет освобождаться, и телефон, соответственно, работать будет быстрее. Смотрите, нажимаем вот это вот сюда, идем вниз. Хранилище. Смотрите, используется память 597 мегабайт. Чтобы вы понимали, друзья, я даже не входил в аккаунт. Я ничего не делал, я просто скачал YouTube. Я никуда не заходил, он уже занимает 600 мегабайт. Это все фигня. Я еще один YouTube скачал, но ну, у меня просто разные YouTube, там ä, разные версии. Вот здесь тоже в аккаунт не входил, смотрите хранилище 1,38 гигабайт. Повторюсь, я в аккаунты свои не входил. В аккаунт я входил вообще с другого YouTube. Вот здесь вот, это оригинальный YouTube. Здесь я входил в свой аккаунт, как вы можете видеть. Давайте посмотрим, сколько здесь он занимает. Вообще больше 2 гигабайт. Итого, если я очищу память в трех приложениях, то есть аккаунты не удалятся, ничего не удалится, просто вот картинки вот эти, они удалятся и все, и освободится куча памяти. Смотрите, если я просто удалю сейчас кэш в трех приложениях, здесь, здесь и здесь, два, три, грубо говоря, 4 гигабайта я освобожу. Обалдеть, просто 4 гигабайта. А представьте, что у вас творится, вот, например, с приложением Дзен, VK, Telegram, WhatsApp. Это же вообще ужас будет просто. Заходим, вот, например, в Telegram. Хранили. Оу! М -м -м, я просто, ну, матом нельзя говорить. Это просто жесть. 13 гигабайт. За что? Вы чё вообще? Фу. Друзья, прямо сейчас делайте то же самое. И я говорю еще раз. Раз в неделю повторяйте эту процедуру. Ничего с телефона не удалится. Вообще ничего. Берем, сюда хранилище. Не, не очистить данные, а очистить кэш нажимаем. Все, видите, все уменьшилось. Само приложение весит столько, но, понятное дело, это уже не очистить. То есть, есть только удалишь приложение. Мы лишь очищаем кэш. Видите, заходим, все так же, все работает, ничего не изменилось. Друзья, повторяйте эту процедуру со всеми приложениями раз в неделю и у вас всегда будет максимально много памяти это был способ очистки памяти без каких-либо приложений без каких-либо удалений важной информации для вас всем спасибо за внимание пока